я задам давай, вопрос. Давай. Все министры, которые были до вас, в том числе и Нурлан Ермекбаев, говорил о том, что в армии Казахстана дедовщины нет. А вы вот военнослужащие от макушки до пяток, скажем так. Нет, а, то давайте что так. Вы вот скажете, я кадровый есть у нас офицер. Дедовщина Возможно, или нет? Возможно, кто-то не кадровый, понимаете? Я кадровый офицер, уже 38, больше 38 лет я служу в армии. А вам сколько дедовщина? Лет? Мне 25. 25, а мне 38, вы мне в сыновья годитесь. Вот. Так есть дедовщина или нет? Все, подождите, ребята. Нет, я же вам, ребята, я же вам задал вопрос. Я вам скажу. Есть. Давайте определимся, что такое дедовщина. Давайте с определением сначала определимся. Дедовщина подтверждена. Как таковой дедовщины нет. Есть частные случаи, когда возникают конфликты между военнослужащими одного призыва. Понимаете, вот последний случай. Это солдаты, прослужившие вместе одного призыва. Вот вы сейчас можете со своим одноклассником в школе поконфликтовали? Конфликтовали. Это дедовщина? Нет.